Если на Facebook, я в один. Так. Куда трансляция? Так, у меня пришло. Ну, куда? В онлайн. Так, а как взять эту? Ссылку, знаешь, чтобы вдаваться на всякую форму адреса сервера. Лучше ты пришел. Заходишь на свою. Следующий раз. Вот да. Под баннер из самодержателя. Это чайка буде в час. Чай. Використовую держателями руки людей, знаєш, є чим зайняти, як мінімум. Фінтех напиши просто, фінтех хакатон. Двома словами. На базі устройств академії запросили на форсайт такий в мобільному порядку. Будь-хто хто може прийти. Прийшов на 9, нікого нема. За 8 хвилин назбиралось 12 людей, усі з різних факультетів. Ну, тут ось теж було інші пани розгорнув, тримає, пішло. Як чіпає, знаєш, де картошка? Є 90. Так, добре. Бігати. Хочу брату стояло. Слухай, можемо його скучити сюди? Ні, скучити. Зал бачиш? Ну, що в нас? Мені хотів війти треба тут. Чого? Я тут не зроблю в одну сторону вихід. Я можу зал і своєї запустити. Подожди, я не пойму, де це? Ну, ну, бетка це одна камера. Бетка. Так тут ваша трансляція? Так. Да. Цю, якщо хочеш взяти, то нажму сюди, типа, сюди? Ні. А где вторая сейчас? О, она идет там сняться. А вот его еще залезли. А, ну, вот он. А это же я. Телека там нас надо держать. Да можно всякие хочешь их кидать. И деньги, да. Вот. В эфире, ну, не снимать кнопку. В эфире ты в эфире. Це твоя. Але в тебе цей уру постійно міняється. Там все, давай його вставим в Facebook. Ти просто правильно його, от не лайф, відео. Тут напиши хакатон. Анімати. Та поки положи ще. На, бро. Так, а воно буде вниз. Дивись, давайте я зараз покажу, де вже ти основна, на яку мінятися не буде. Кто позвать еще? Это будет команды, вот то, что у меня. Це команди, це центральна. Це. Друже. Так у тебе теж, Саріка, було.
просто меняться. Тут легче, чем в поиске. Как же тебя? Digital. Цифровая. Зараз будем в цепи сработать. Да. На людей будут смотреть. Ой, как все болит, господи. Что? Кто в зале? Ну да, блин, от времени его пришел, вы сломали, сволочи. А ты довольный чей? Ну, сейчас, да, когда сломали ухо, это называлось БЖЖ, бразильский шоу. А вообще, это мой папаша. Как так такого интеллигентного человека ухо было поломано? Присутствие на пиво. Ну, это ж, ладно, не лин. Ну, раньше ты доспит. Что-то к своей идее дополнительно, чтобы по-честному было. И будут есть фрилансеры, условно, скажем, либо присоединиться, если хотят команды, либо соберелись собирать, мы дадим им 20 минут и покрыть, чтобы они подключили просто, чтобы он идею показал, собрал быстренько на листике, на листике. Вот, и все. Потом озвучим, записываем какие команды, что хотят реализовать. Да, где присоединиться, да? Все это, ну, а перед этим члены жюри скажут, что интересно вообще, в принципе, что взять есть, потому что, ну, таких хакатонов еще в стране не было, честно. Первопроходцы, это на светосложности. А через 3 месяца уже будет понятно, как будет топиться. А лучше то, что у нас на сайте еще раз направление, пусть команды скажут, как он пошли, а через 3 месяца, когда будет потом такой, через полгода проводить, будем понимать уже в какую сторону. Алло? Алло, алло. Вони пропонують, щоб вчити форми, конкуренти, які теж тільки зараз розкрили, що не треба чисто ходити. Я же ищу, где кофе. Охранника ищу. А, охранника? Вот. Скажем тогда, кто ментор и какое количество времени тут будет находиться. И если команды изъявят желание, в воскресенье на 11-12 такую сделаем pitch D
дейтинг, чтобы можно было с менторами непосредственно сидеть. А так, в принципе, объявлю, что такие-то, такие-то менторы находятся тут на территории постоянно, можете там их делать. Или не постоянно, а какое-то время. Вот он раз сидит, можно быть его, вот два, вот три, вот четыре. То есть такое сейчас. Сейчас просто очень много направлений по финтеху, которыми сейчас, черт его знает, каких больше ребят будет. Не понимаю, да. Потому что, ну, я же говорю, не было ничего. Тут 41-я битва стартап выглядит такого, а на 41-я. Вот. Хорошо. Тогда нас позвали там, что ли, еще там, ну, собственно, оценки. Понятно, там, контекст, там, блокчейнов, да, то есть. Не по блокчейну Павел Кравченко сказал будет, но они, я так понимаю, там было застолье было какое-то после конференции, или у них, и они сказали, что будет плохо им в 10 прийти. Я говорю, а как, ну надо же представить. Ну окей, будем выкручиваться, стартанем без жюри каких-то кусков. Вот. А, то есть должна быть какая-то экспертная оценка. Соответственно, я хотел бы, чтобы два человека было. Сейчас это актуальная тема по миру Украины. То, что мы общались с блокчейном, они нас сюда пригласили, да, то есть попросили, чтобы это раз был больше со стороны технической, я, соответственно, с более общей, да, по направлению, то есть мы как бы, они там позиционируют как блокчейн амбассадор, да, сейчас, вот, соответственно, я в основном, сегодня вот с утра, раз на открытие, да, я там больше, наверное, там завтра, то, что нужно будет, вот, раз, в принципе, сегодня, то есть он может... Оба микрофона. Хорошо, он может там про саппорт с точки зрения там, технической, с точки зрения там, там, если там для тестирования там выделили там какой-то там бюджет, там, чтобы биткоинов сбросить для тестирования приложения. Это вот у нас же мы вообще к биткоину ноль отношения. Ну вот. Ну я же говорю, то есть сам, если... сам блокчейн выделил определенное количество, да? Да, то есть они есть. Вот, соответственно. Так, я тогда только информации поток, особенно про биткоину. Вообще еще есть у тебя номер? Да. Сахар. Можешь поговорить с ней? А? Поговорить с ней можешь? Так, значит, экспертное по биткоину. О, у нас тут все-таки кто-то есть. Алло? Алло. Да, привет. Да. Ну вот я этот вопрос сейчас как раз и выясню. Меня пока записали. Допустим, на ресепшене, да? Короче, думаю, ну, вы застартуешь одну дома, как мы? Это пустина, створи иншоу. Ну вот, может, кстати, ментор закрывается. Сейчас. Я буквально секунду сейчас. Вот, слышите. А? Что она сказала? А, ты дозвонился ей? И что она сказала? Ничего не сказала, ну давайте перевезу. И она говорит, нет? Это здесь есть какой-то расстояние, кого послать можно? А, ну где тут ближе всего магазин? Тут трошки вперед, якщо пройти. Ну, от виходу. Вокзал возвращается. Ні, від вокзала туди далі, ще буквально метрів 100. Это да, є туда. Такий. Вот, Жилянська вулиця з окнем. А, якщо Жилянська, якщо вокзал туди, то нам в той бік пройти метрів 100. І за тролейбусною зупинкою, здається, буде такий впівальний магазинчик. Ні, він походу цілий був. Так айтішники ж пройшли сахар. Ну, сахаром, люди хочуть сахаром, а кого послати? Сейчас я все настрою. Так что бак много сразу. Сейчас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Стас. Миша. Паунц. Ну, мы как бы прислали от имени блокчейн по как консультанта по объеме. Так. Я тогда вам дам что это, сразу вместе с жюри. Да, ребята сразу сказали. С фамилиями как? Пафосно, с фамилиями? Да, имени без разницы. Не, просто это, когда-то в
ввел у SmileExpo две секции, и юристов с этих, с Эмбахаренко, там очень сложная нерусская фамилия. Я сказал, пацан, спасибо тебе, три ошибки, ну, правда, у него такая фамилия, но я должен извинить. С фамилией? Да. Емельяненко. Емельяненко. Да, простая фамилия. Так, это на украинский Е. Да. Е. Ну, на ужин. Так, Е. Раз. Ну, фактически получается, как ментор, как жюри по блокчейну, да? Нет. Работа не очень происходит. Кто? Ну, в общем. По идее, ну, должны. Вроде хотели. Ну, просто я вчера зашел, они всю эту неделю, завтра все, кто едет, ну, Павел. А, ты не, Павел, нет, да. Павел, почему нет? Или еще там, Денис Уменович. Так, Емельяненко Тарас вас проконсультирует по технической части, да? Ну да, то есть по блокчейну. То есть я только по блокчейну. Инфо, да? Инфо, то есть все, что у вас есть вопросы, подходите, спрашивайте, да? Да, у меня ключи API есть. Да. Тестовые биткоины у меня еще тут. Если могу раздать участникам тестового биткоина, чтобы они на этом смогать сидеть. А что такое тестовый биткоин? Он не настоящий? Ну, у вас кошелек есть? Нет, биткоинского нет. Ну, заведите, я вообще сразу покажу. Не, я хочу. Если вы останетесь на подольше... Не, сейчас я подготовлюсь. Ближе к вечеру, я думаю, когда они начнут кодить, я сяду с компом, я хочу вообще в битке разобраться. Сделаем. И получается, что там, последняя наша это, там, оценка по блокчейну бюджет с выделением какого-то приза. Да. Ну, как бы я отправлю на главную контору описание, кто что делал. Да, но они сбросили они рекомендованные списки проектов, не рекомендованные, а как пример сегодня. То есть, короче, по битку вы выбираете. Нам достаточно быстро переформатируемся. Ну, я на ходу посмотрю, сколько чего, какие направления. Тогда может быть просто одну команду в каждом направлении. Смотрите, то вы, подождите, не совсем. А, насколько я понял, да, то есть идея какая, да, то есть есть вот общий формат, общее проведение, да, и общая оценка конкурса, вот, собственно, жюри делает, да. Вот, а то, что блокчейн, это как экстра. Тут все экстра. Тут big data. Ну, тяжело на одном хакатоне, но я же говорю, потому что первый раз финансовый, тяжело сравнить зеленое с шершавым. Вот. Big data сейчас вот придет, микрокредитование. Микрокредитование, если оно будет через сам как-то биток, то тогда да, можно сравнивать. А если они сейчас придут, скажут, мы с тем-то банком работаем, мы сдаем так-то, а тут биткоин, мы там переводы такие делаем. Как это сравнивать? Поэтому сейчас посмотрим, когда сколько участников каких. И как жюри будем оценивать, решим до вечера. Жюри, да, будет завтра. Скажем, что вот жюри вот услышало все, начинаем работать, а завтра я озвучим, как будем судить. Ну, а что делать? Соответственно. Я первый раз это не так, что Доген. Хан Доген. Сергей. Так, это по... Ну, меня больше на сторону... Белые силы. Белые, что белые силы. Белые силы. Оценка. Ну, тоже смотри, да, блокчейн. Ну, оценка чего, я понял. А, что оценивать? Что? Формулировали как жюри. Жюри. Не-не, оценивать что? Код оценивать. Код. Идею, скажи на концепцию, там. То есть жюри. Так надо поменять место гость на жюри. Ну и я просто вообще не оказалось. Так, жюри. Это оценка идеи. Поменяем. Идеи. Идея, концепция, новизна. Вот. Если Павла не будет, можно взять его подписать жюри. Да, сейчас напишем много. Вообще пустые, там жюри. Нет, есть жюри и есть жюри. Пока не ну, есть пустые. Те, кто, мы, кто я добавил, думаю, вдруг кто-то поменяется. Американцы от них могли прийти. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман. Добрый день. Станислав. Участник финансов. А тут руководящий состав. Нет, в этом мире нет руководящего состава. Я, все, что говорят, я руководящий состав, у меня знакомые говорят,
Отсидите рука, а выйдите. И все. То есть мы что-то дело делаем. Ну все, так. Здесь мне больше уже. А ты просто? Не, он тоже. Ну, как вот как в тихо. Давай, ну, как бы, на одно место уже легли. А, ну, хорошо. Так, подожди, Павел у нас вообще не будет жить. Тогда мы вдвоем. Или как он будет? А он был вообще изначально? Да. Получается, а, давай я как-то вместе. Так, из фирмы не надо? Да, конечно. Здесь фирма был сильный фон. И три группы людей выявили желание быть амбассадором. Мы представили их на конференции вчера, краю. То есть я и Павел. И как бы мы узнали о том, что мы амбассадоры, в принципе, на этой же конференции. Вот так. Буквально за день. Да, буквально за день. Поэтому дальнейшем, ну, наверное, просто они вообще, они был сильный инфо, первый раз делают такой эксперимент, что используют сторонних амбассадоров, реально сторонних сторонников. Чтобы мне не пришло сюда в Украину человек из США. Они договорились, ну, с теми людьми, с которыми знали, объединили, что финансовых каких там махинаций. По всем да, биткоине меня интересует больше всего. А чтоб, например, в Лондоне у меня знакомые ложили деньги, а тут вынимали. Пока что это возможно, да, без особых процентов делать. Флешку перевез, или в мейл перекинул, правильно? Жизнь получается. То есть есть система блокчейна. Вокруг нее существует несколько обменников. То есть менял, которые меняют на блокчейн. Они существуют как на стороне, допустим, того же Лондона, так и на стороне Украины. И, соответственно, менял на стороне Лондона заводят деньги. Менял на стороне Украины. И стаканчики. Причем стаканчики. А, если было. Ну как, так менял работает, так и. То есть сейчас мы как бы теряем на курсе обменник. Да, не нам на лоу, вот. Мне просто знакомые занимаются стаканчики коридорами. Это надо сделать по своему чемоданам. А здесь, говорит, сейчас придутся хорошо, дальше на рейтинг. 4 миллиона человек. И это становится очень опасно. Так, и есть перенос. Ну, я там одну подключился. Можно. Если что, треба щось із зала показувати, що почнеться. Хорошо. Просто розкручуєш. Я понял, понял. Ні, це просто поки ну, будеш, мені треба технологію понимати. Якщо, ну, а дальше я где-то більше з комерційної представляючи, я розберу. Здравствуйте. Ти вже рідник приїзд. Привіт. Ти час? На 10. Зараз мені завтра. А на ставки мені надо? Дай може одного волонтера, що треба ще бігати, щоб я прописав відразу те можна. Ще не прийшов. Взагалі немає. Тут. Зараз спитати подумає. Палкнув два волонтера. Ну, значить, ну, не, ну, дівчинку на... Ти чому, ти будеш представляти члена журі сьогодні? Ну, так, я думав, що ставить. Не знаю, все члени журі сьогодні. Ні, я тут там точно. Тогда тоже тебя представим как консультант. Что ты можешь за эти два дня ребятам сказать хорошего? Я не могу ребятам ничего сказать за два дня, потому что на 12 мне надо уже ехать дальше. Хорошо. То правильно, надо главный код. А как он оценивается, это уже оценят не жюри, оценят пользователи, правильно? Миллион пользователей собрало API. Приложение, которое на API написано. Ну. Так, ну, смотри, что я тут с целью. Все, ты просто бы представитель 1991. Рассказать о том, о чем мы хотим вообще с ними сделать. Да, все. Окей. Так и напишет. Любит ко мне ручка. Сейчас. О. Так, пришло. Почти Apple Pencil. Они стоят. Миша заказывал вот этот меньше мехап, вообще копейки. Просто видишь, видно, что копейки стоят. Все по плаву у нас. Что-то домой хочу? Что, нет? Ну, хорошо. А что мы с договором? После открытия? Ну да, сейчас уже нету все равно хлопом на Киеве сидеть. Путь отпустим.
пусть ходят, переставят столы, и ты подправил, да, что-то с реквизиты внес? Ну, внес реквизиты, и там еще я писал правила использования помещения. Еще не читал, видел, что ты расшарил, но ты недавно расшарил, минут 10. Да, да, ну, как... Хорошо. А когда вообще открытие планируется? Ну, на 10, как бы, ну, я смотрю, так, может, максимум на полчаса сместиться, как кофе допьют. Вот. И все. То есть идея, я не являюсь завтра, буду уже, да? Не, я хочу, ну, блин, все-таки, чтобы они идеи сейчас объявили, что хотят реализовать. Сейчас, конечно. Да. Сейчас мы хотим должен... за эту хакатон реализовать то-то-то. Мы всех запишем. Вот. И потом посмотрим, что получилось. Кто выжил. Это уже работало. Да. Добычу потеряю. Конечно. Пьем кофе. Спасибо.
Саш. Посчитайте, это будет факт, значит, да, он по времени какого-то...
Получается, по определенному направлению линейная дистанция скорости абсолютно.
Сколько элементов, сколько раз я должен заменить элементов кафедра. То есть не больше, не меньше. Но можно в чем красота? Вот этот алгоритм, там сколько взял грузинного начала. Больше относительно системы. Вот эту всю задачу мы сделаем от слова изменения времени. Есть такая штука, называется словарь. Ну, в словаре есть ключ и зачем. То есть это отображение. Читай, это функция, то есть А ты берешь, ну, каждый ключ это твой x, а каждое значение твой y. И ты, получается, находишься таким образом. Берешь, там, читаешь первый элемент, берешь ключ с первым элементом. И одновременно делаешь ему значение. Там в следующий раз, когда ты встречаешь этот элемент, ты встречаешь значение на плюс 1. То есть, получается, проходишь так по всем элементам, сколько есть элементов каждый, сколько у тебя есть ключей, и сколько раз как элемент встретился, то у него значение валит. А я не понял, почему оно отличается от прохода? Оно подключается тем, что тебе не надо передачу сортировать. Вывозки, которые... Ты можешь не сортировать. То есть у тебя могут быть данные, как угодно разбросаны. Ты проходишься и переписываешь значения. Да. То есть ты каждое из значений сравниваешь с ключом? Да. Ну, если это значение, если вот новый элемент... Ну, я про это предполагаю, у тебя есть массив ключей, массив значений, ну, двухразмерный массив. Да, у тебя есть массив пар, получается, плюс значение. И когда ты проходишь, когда ты идешь по элементах из того, что меньше, да, из такого большого царства. И вот начинаешь сравнивать с первым, да, с ключами. То есть, как не найдешь. То есть, ты уже хочешь из этого инструкции самого словаря? Ну, я понял, но в любом случае он должен посмотреть все ключи. Ну, до первого совпадения по балансу. Там не так. Но реализуется иначе. Но там есть, короче, есть не то, ты используешь эту функцию. Словарь. Да. Но этот словарь, он имеет оптимизацию по поиску ключа. Это не линейная структура в памяти. Это дерево. А, ты имеешь в виду первый элемент из ключа словаря? Ну, если ты, например, вот если взять дерево с словарем, то есть ключи отдавали 10 пути, то, например, твой ключ это 126. Ты берешь сначала сравниваешь свой ключ с средним элементом, то есть 126. Можно Если это не будет, то это не будет.
Вообще-то это хорошая. Это значит зависимость любой задачи Да,
Ну ничего сделать не могу. Ты можешь как генератор идей. Ну то есть есть момент, очень важно. Нет, ну как там есть идеи, в принципе, она не догоняет такого. Да, то есть может себе предложить, ему нравится, ему что-то все зависит. Мы берем все равно на это. Значит, как паразитический такой способ. Кстати, вы работаете, я ничего. Нет. Не, ну здесь и получилось в предыдущем проекте, то есть они, никто толком ничего не делал, не было нормального проекта. То есть вот это я уже заставил себя. Приложил себе, ну как и бывает, хорошо, где это не жалко. Не, ну там очень много работы. То есть это такие проекты, это кажется, их как бы просто. Это да, это не реализуешь. Нет, ну мы, часть, мы сделали, мы как, типа, ради прикола. Не, правда, ваше я понял, но это, я имею в виду тот проект, который вы сейчас. Сейчас? Ну да. Это сложно. Сейчас нужно даже тот же источник для проекта. Да, то есть теперь опять же нужно чек, потому что он все записал. Ардуинчик, это вы знаете, да? Да. То есть это нужно сделать? А, конечно. Это участие. Ну, в принципе, сделать биржу не на блокчейне, это тяжело. Если с твоей точки зрения, да, нет. Не особо замахнуться. Роман? У нас не в нас, тому що нема команди, він тільки Это еще один из
Доброе утро. На сайте мы обещали в 10 начать, поэтому алло, микрофон говорю. Давайте еще минут 15-20 кофе попьем. Нормально так будет? Вот, потому что очень много просто пишут, что сейчас едем, и хочется, чтобы уже чуть-чуть больше началось. Ну, в 10 я почти озвучил все. Кофе там, круассаны там. Все есть. А есть уже сбитые команды, у которых, ну, уже с каким-то этим пришли? А поднимите руки. Раз. А все остальные пока прилазят на ходу будут. Это одна команда, да? Да. А ну, окей. Остальные поштучно. Ну, будем выдумать. Хорошо. Да. Речь я лично.
Кто что им говорит? Сейчас. Миша, да, любит Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
я говорил, что баняном пустыне назвала тема, понимаете, как вообще язык. Ну, это один из таких. Але, я ж кажу, є люди з музикальних тисяч, а я хочу це просто, ну не хочу, я просто сидіти. Через ритми так теж можна зробити, через відчуття смаку, там зробити. Це середовище, але відчуття варіє. Як ви казали, не тільки всі чоловіні відчуття, відчуття. Людина, до речі, я бачу, А софт мій – це гра. У вас вже є вона готова? Ну, якщо вам сказати, що це якщо ви не знаєте. Просто це гра. Мені здається, тут дуже цікаво. То есть як одна слова, або там на зір, там, да, трикутнички можна щось там нав'язати. Ти йому там не так шукаєшся, що він тобі скаже, чи ти не розпочатуєш, і ти правий ставиш, що я хочу То есть вы считаете, эти ваши поможет реализации этой идеи, да? Ну, то есть так, реализация этой идеи. Наприклад, я пройду цей тест, і мені покажуть, що я захотів каву. Ви отримуєте? Ви ж ідентифікуєте першу чергу себе?
він шифрує на тих зубах, на тих наближеннях, на тих пасивах, які у вас є пасивом. Пасив буде кричати, можете їм дізбувати себе. Це буде, ну, результат тесту, це буде що? Якийсь конкретний заклик до дії? Тест, що це починається в питанні, є питання, не знаю. Марки, далі покинути. Тест покаже, що я хочу. Та не тест, там справді це завжди буде розвитку. Якщо спеціально активний, то можна спілку зразу інфіструє, чим є проблеми. І є такі, Я не знаю, куда идти. А там, на самом деле, я не знаю.
Я тоже черную вещь решил. Сначала несколько раз я не а потом там тоже что-то было изначально. Ну что, здравствуйте.